Это Киевский государственный завод «Буревестник». Важное стратегическое предприятие, которое специализировалось в том числе на производстве аппаратов искусственной вентиляции легких. Но сейчас это завод-банкрот. Уже более 10 лет он не работает. Возможно ли теперь в разгар эпидемии коронавируса восстановить здесь производство таких важных медицинских аппаратов? Мы не нашли всю документацию. Это не право, это обязанность и моя, и концерна – провести служебное расследование. Куда же делась конструкторская документация? Не оказалась ли она в руках частных компаний? Наш анализ выявил, что в Украине есть несколько отечественных производителей аппаратов искусственной вентиляции легких, один из которых выпускает аппараты, похожие на те, которые раньше производил «Буревестник». Как так получилось? И справится ли теперь уже частный сектор с государственным заказом, который значительно возрос в условиях эпидемии? Меня зовут Георгий Шабаев, и вы смотрите программу «Схемы» — совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «ЮА Перший». С началом карантина Украина стала готовиться к борьбе с коронавирусом, от закупки тестов и масок до профессионального медицинского оборудования, в частности аппаратов искусственной вентиляции легких, сокращенно ИВЛ. Именно эти аппараты, говорят врачи, способны облегчить состояние больных с COVID-19 в случае осложнений. Украинские больницы укомплектованы 3500 аппаратов ИВЛ. Об этом еще в марте отчитывался главный санитарный врач Виктор Ляшко. Если посчитать, то это получается примерно один аппарат на 12 тысяч украинцев. Согласно отчетам главных анестезиологов областей, которые ежегодно, независимо от COVID-19, подают мне, как президенту ассоциации, там было 3800 аппаратов. Но если взять аппараты, которые абсолютно морально устарели, низкого класса, и аппараты, требующие ремонта, это около 3500. Но мы должны понимать, не все аппараты высокого класса или среднего. Среди 3500 также есть аппараты невысокого класса. Для сравнения мы взяли другую постсоветскую страну – Эстонию. Там до начала эпидемии один аппарат приходился на 4000 человек. Сейчас в Украине подтверждено более 4000 случаев заражения вирусом, в Эстонии вдвое меньше. Руслан Олейник, который работает в отделении неотложной помощи госпиталя в городе Бярну, рассказывает, эстонское правительство распорядилось докупить еще около 200 аппаратов ИВЛ. На данный момент достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких. По данным последним, которые опубликованы, всего в эстонских больницах 333 аппарата искусственной вентиляции легких. Всего сейчас к аппаратам подключено около, по-моему, 10-20 человек. Ну, то есть, соответственно, аппараты есть. Несмотря на это, Эстония заказала дополнительно аппараты искусственной вентиляции легких. Во всех странах, как Европы, так и США, развитые страны, я имею в виду, есть острый дефицит оборудования. И в первую очередь дорогостоящего оборудования, к которому относятся аппараты искусственной вентиляции легких. Очередь на аппараты при заказе, при определенной предоплате у всех абсолютно брендовых производителей, она минимальная. От 3 до 6-7 месяцев, в зависимости от модели аппарата. Некоторые производители делают квоты для государства, пересматривая в зависимости от количества человек, заболевших COVID-19. В Украине единственным государственным производителем аппаратов искусственной вентиляции легких, название которых БРИЗ, долгое время был завод «Буревестник». О нем заговорили с началом эпидемии коронавируса, как о необходимости производить медоборудование в Украине, ведь это дешевле, чем за границей. Киевский государственный завод «Буревестник». Предприятие, которое в свое время производило сотни аппаратов ИВЛ. Купить новые аппараты у этого предприятия мы не можем, потому что завод сейчас не работает. Мэр Киева рассказывает о нынешнем состоянии «Буревестника». Несколько недель назад эту тему обсуждали в публичных кругах, но в государственном концерне «Укроборонпром», на балансе которого находится завод «Буревестник», ответили, что сегодня на заводе нет электроэнергии, газа, воды, разрушены все цеха, на которых производили продукцию. Сейчас мы находимся на заводе и можем убедиться, что он отключен от коммуникации.
Это был завод, который действительно производил радиолокационную аппаратуру для подводных лодок. Кроме того, он изготавливал также медицинские аппараты. Он был такой достаточно известный еще тогда в Советском Союзе. Изготавливать аппараты искусственной вентиляции легких на буревестнике начали в 80-х. Впоследствии, после распада СССР и окончания гонки вооружений, необходимость в специфическом оборудовании отпала. Завод постепенно начал терять заказы, накапливая долги перед работниками. Переломить эту ситуацию мог 2009 год, когда началась эпидемия свиного гриппа. Тогда правительство во главе с Юлией Тимошенко поручило изготовить несколько сотен аппаратов ИВЛ для больных, у которых будут осложнения от этого заболевания и которые будут нуждаться в искусственной вентиляции легких. Кабмин Тимошенко переоценил свои силы. Он, скажем, в ручном режиме заставил завод обеспечить производство оборудования для больниц. И именно, кстати, эти аппараты искусственной вентиляции легких сегодня и составляют большую часть медицинского имущества в больницах, которая сейчас подсчитывает МОЗ, что у нас есть для борьбы с пандемией коронавируса. Однако средств правительство тогда уже не могло обеспечить для того, чтобы рассчитаться с заводом. С этого начались проблемы завода. Это нормальная украинская история, когда продукцию изготовили, раздали по больницам, а деньги не вернулись. Согласно тому, что говорит завод, они изготовили где-то 1000-1000 с чем-то. 300 забрало государство, то есть заплатило, а другие 700 они раздали, где-то продали в больницах. В результате, взяв кредит, завод так и не смог за него рассчитаться и полностью прекратил производство медоборудования, постепенно превращаясь в банкрота. В принципе, все бюджетные расходы осуществлялись из центра. Осуществлялись непосредственно по разрешениям, устным или официальным, которые исходили от Юлии Владимировны Тимошенко. Соответственно, если такой большой государственный заказ не был оплачен, то можно говорить о политической ответственности тогдашнего премьер-министра Украины Юлии Владимировны Тимошенко. Те производственные мощности, та конструкторская документация, те уникальные технологии, которые были на заводе, они фактически оказались, скажем, метаморфически под открытым небом. Бывший министр здравоохранения Василий Князевич в комментарии с Ямом сказал, что не очень помнит события 2009-го. Понятно, также тогда было в 2009 году, что надо аппаратов искусственной вентиляции легких достаточно для страны. И в том числе хорошая идея наладить свое производство была. Правда, я уже не помню. Заказ мы сделали, но мы же в отставку ушли в 2010 году. Как развивались события, я не могу сказать ничего. Как так получилось, что с заводом никто не расплатился, хотя завод изготовил эти аппараты? Мне трудно сказать, я не владею ситуацией. Мы спросили также у экс-премьера Юлии Тимошенко, почему с заводом, который, по данным Укроборонпрома, изготовил 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких и влез в долги, государство так и не расплатилось. Хотел вас спросить, вот в 2009 году... Мы не договаривались об интервью. Чувствуете ли вы политическую ответственность за банкротство завода «Буревестник»? Оставьте меня с такими вопросами. По состоянию на сегодня «Буревестник» уже накопил более 100 миллионов гривен долгов по зарплате, кредитам и коммунальным услугам, из-за чего, собственно, и остался без света, тепла и воды. Имущество госпредприятия, материальное и интеллектуальное, арестовано. Выпущенные им 10 лет назад аппараты БРИ стоят в украинских больницах, и часть нуждается в ремонте. Можно ли сегодня восстановить работу «Буревестника»? Этому мешает не только банкротство и отсутствие каких-либо производственных мощностей, но и частичная потеря конструкторской документации, утверждают в Укроборонпроме, которому подчиняется завод. Даже если шансы запустить сам завод заново не слишком радужные, на базе конструкторской документации, разработанной его инженерами, выпускать необходимые медицинские аппараты сейчас могли бы уже частные производители. Впрочем, те предприниматели, которые уже согласились, говорят, имеющихся чертежей недостаточно. Ее недостаточно, ее нет. Там что-то есть, но это не то, из чего можно делать, изготавливать приборы. Если эти документы все же найдутся, и мы увидим, что эти ИВЛы реально производить,
то я думаю, что мы подключимся снова. Мы снова позовем членов клуба, объединим, соберем необходимый ресурс для того, чтобы запустить это производство. Куда же делась конструкторская документация? Мы начали искать среди частных производителей, не занимается ли кто-то уже сейчас выпуском аппаратов, идентичных тем, которые производил ранее «Буревестник». И среди нескольких фирм нашли одну, которая производит похожее оборудование, даже с полусохраненным названием «Брисальвиоль». Анализируя закупки аппаратов искусственной вентиляции легких больницам через Прозора, мы обнаружили физическое лицо предпринимателя Ольгу Лобовую. Согласно договорам, которые мы нашли в системе, она занимается ремонтом аппаратов «Брис», которые ранее изготавливали на заводе «Буревестник». Впрочем, как оказалось, Ольга Лобова отвечает не только за ремонт аппаратов. В марте она выиграла тендер и поставила в Винницкой областной клинической больнице аппарат искусственной вентиляции легких «Бриз-Альвеоль» стоимостью 349 тысяч гривен. В приложении к договору указано, что производителем продукции является фирма «Производственно-научное предприятие Кайли». Мы позвонили Лобовой, чтобы расспросить об этих аппаратах и их производителе. Отечественный производитель, я с ними сотрудничаю. У нас есть фирма ТОВ ВНП Кайли. На их базе мы производим ремонт, и я являюсь их официальным дилером по продаже. Когда тендер еще на стадии разработки, я с ними договариваюсь, что мы находим покупателей, и если они нуждаются, сейчас все нуждаются, то я беру себе работу по доставке. На сайте компании «Калли» действительно указано, что она производит аппараты ИВЛ. Здесь демонстрируют два сертификата качества, полученные в августе 2019 года. Мы поинтересовались у Ольги Лобовой, кто является разработчиком аппаратов, непосредственно фирма «Кайли» или, возможно, это еще наработки «Буревестника». Ну, они, по-моему, купили у них разработку, дорабатывали ее, как-то там совершенствовали. Позже мы обнаружили, что Кайли не только через ФЛП, но и сама поставляет аппараты искусственной вентиляции легких. К примеру, 3 апреля фирма заключила договор на поставку двух «Бриз-Альвеоль» для Коростенской больницы в Житомирской области. Стоимость одного составила 320 тысяч гривен. Всего компания почти за полгода поставила 8 таких аппаратов в разные украинские больницы. Создана же фирма «Кайли» в мае 2019 года. Ее директор и единственный учредитель – Александр Тунайцев. Он руководил или владел рядом предприятий, в основном в Луганской области, специализирующихся на торговле древесиной, металлическими рудами и ремонте и обслуживании промышленных машин. Директор «Кайли» является учредителем еще одной компании, которая занималась медицинским оборудованием – «СХИД Гипромаш». Ранее, до середины 2019 года, фирма поставляла такие же аппараты «Бриз-Альвеоль» украинским больницам, пока на рынок не вышла уже упомянутая нами «Кайли». Кто же, в конце концов, разрабатывал медицинский аппарат? Действительно ли компания «Кайли» приобрела конструкторскую документацию «Буревестника»? Нам удалось поговорить непосредственно с директором фирмы Александром Дунайцевым. Аппарат покупаешь, вы же знаете, как делается, отдается конструктору, и так с нуля и потихоньку-потихоньку начали. Сначала там попробовали один, наверное, ушло около года на него, на один. И потом понемножку, потихоньку начали производить больше. А что за конструктор? Он разрабатывал для вас конструкторскую документацию или как? Конечно. Я проходил сертификацию, я оформил авторские права, я оформил торговую марку. Это все время, деньги и бюрократия. Мы просто общались еще с вашим официальным дилером Ольгой Лобовой. Она говорила о том, что вы якобы купили эту разработку у завода «Буревестник». Без понятия. Ничего не покупали. А как бы я ее взял оттуда? Цена, это аппарат, так скажем, на 70% просто похож. Ну, как один в один практически на внешний вид, который выпускал до 2008 года завод «Буревестник». Но там уже советские все комплектующие были. Мне поменяли электрические платы на современные, потому что уже советского нигде не возьмешь. Много чего там я изменил. Покупала ли какая-либо компания, в том числе и «Кайли», у банкротствующего «Буревестника» конструкторскую документацию аппаратов «Бриз»? Мы спросили в «Укроборонпроме». На рынке есть частные компании, группы, которые производят аппараты, очень похожие на «Буревестник», на «Бриз» «Буревестника». Те же самые ли это аппараты?
Изготавливались ли они по той же документации? Вопрос в том, что все эти аппараты, которые есть на рынке, они сертифицированы. Это означает, что они передавали в соответствующие органы техническую документацию. И эта техническая документация сейчас в законном русле признана государством. Как она оказалась у этих групп и компаний, это уже вопрос, который должны выяснить или правоохранительные органы, если будет инициировано такое расследование кем-либо, или это уже должен выяснить завод, кто мог ее вынести. С одной стороны, частные производители, которые поставляют аппараты ИВЛ-больницам, так сказать, подстраховали государственный завод, который сейчас не имеет ни мощностей, ни конструкторской документации для возобновления производства. Это точно лучше, чем ничего. Еще один плюс – цена. К примеру, аппараты швейцарской фирмы Hamilton, которые с начала эпидемии закупают украинские больницы, стоят до 1,5 миллиона гривен, в то время, когда аппарат Бризель-Виоль почти в 5 раз меньше. С другой стороны, возникает вопрос, насколько качественные аппараты, и не могло ли количество изготовленного оборудования быть большим, если бы государственный завод имел полные чертежи для разработки ИВЛов и мог открыть эти документы другим компаниям. У меня сейчас, я могу сказать, более 70 заявок от людей, которые хотят. Это структуры, это компания, это производство по всей стране, которые хотят ознакомиться. Этот аппарат на самом деле из того, что я от врачей слышал, есть две точки зрения. Одни говорят, что он очень плохой, другие говорят, что он очень надежный. Если есть выбор, то, конечно, мы используем аппараты, которые там немецкие, например, и так далее. Если ничего нет, то, конечно, мы пользуемся Бризом. То есть, если у них будет возможность доработать эти аппараты, то они могут использоваться? Ну да, да, конечно. Этот аппарат не годится для помощи больным коронавирусом. Вообще? Ну, в принципе, да. Он не имеет тех режимов вентиляции, которые нужны этим больным. Бриз – это надежный аппарат. Понятно, что есть новые аппараты и намного лучшего, но учитывая реалии, даже Бриз было бы очень хорошо иметь. Вы сами видите, что в Европе делается. А что планируют делать в этом направлении государство? Мы обратились к депутатам из оборонного комитета Верховной Рады. Какие перспективы изготовления аппаратов искусственной вентиляции легких государством, учитывая, что «Буревестник» – важное стратегическое предприятие? Если оно способно выпускать, имеет какие-то технологии, имеет какое-то оборудование, и это нужно государству, а особенно сектору безопасности и обороны, конечно, эти предприятия нужно вытаскивать. Или за уши, или за чуб, но надо вытаскивать. Мы поддерживаем инициативу, но чтобы она только была. То есть на повестке дня не стоит в оборонном комитете вопрос «Буревестника»? Нет. 13 марта на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации депутаты также рассматривали стратегические направления деятельности Министерства здравоохранения Украины на 2020 год. Возможно, среди них был вопрос, касающийся завода «Буревестник». Я еще помню, когда санитаром работал на Киевской скорой, у нас как раз были ИВЛы именно этого завода. Но это было очень давно. Это был 88 год, мне кажется. На сегодняшний день к нам не поступало вопросов. К нам поступали вопросы от других производителей. Именно от завода «Буревестник» нет. Но если оно поступит, и изучать будем, и поддерживать будем. Однако, пока власть размышляет над тем, существует ли возможность восстановить большое отечественное производство, участком завода начали интересоваться столичные застройщики. Есть уже предложение концерну о том, чтобы вести, скажем так, какие-то общие инвестиционные проекты по застройкам, по тем территориям завода, где от завода осталось одно название, но земельный участок есть. И он может приносить деньги. Поэтому, по моей информации, как обычно, на таких заводах будут рассматривать в первую очередь проекты, которые несут средства. Это столица, это застройка. Пока все выглядит так, что в ближайшее время восстановить мощности завода не удастся. Может ли решением проблемы стать его приватизация? Завод находится в очень трудном положении еще и ввиду того, что у него есть участок недостроя. Они подписывали какое-то инвестсоглашение, недостроили этот дом. Сейчас, в счет этого участка, город хочет забрать у них другой участок, на котором стоят промышленные объекты. Но с точки зрения того, может ли этот завод быть производственным комплексом в будущем, я думаю, что скорее нет. Это решение и нашего правления, и завод, конечно, мы подготовили для передачи фонду госимущества.
фонде госимущества не исключают, что завод могут внести в перечень объектов на продажу. Концерн «Укроборонпром» действительно предложил к приватизации ГП Киевский государственный завод «Буревестник». Однако, согласно уставу концерна «Укроборонпром», решение об исключении предприятия из участников концерна должен принимать Кабинет министров Украины. Только после этого Фонд государственного имущества Украины начнет процедуры, касающиеся возможной приватизации завода. А в том, при каких обстоятельствах государственный завод потерял чертежи своих же разработок, и действительно ли ими теперь пользуются частные фирмы, очевидно, должны были бы разобраться правоохранители. Пока, по нашим данным, этот вопрос изучается в рамках внутренней проверки концерна «Укроборонпром», в состав которого и входит ныне заброшенный и банкротствующий, в том числе из-за неэффективного предыдущего руководства государства, когда-то известный и мощный завод «Буревестник». На этом все. С вами была программа «Схемы». Увидимся ровно через неделю. Удачи!